Ну все, вот пультик, батареечки я установил. Попробуем включать телевизор. Так, сразу нам вот предлагают выбрать язык с таким приятным озвучиванием. Вот я выбираю русский язык, нажимаю Enter. Необходимо инструмент, который займет около 40 секунд. Ну хорошо. Подтверждаем, что-то он найдет, ищет. Не знаю. 40 секунд обещал. Так, это сигнал. Канал. Так, ну вот просят опять выбрать язык. Выбираю русский. Но выберите страну. Ну давайте я выберу. Вот я. С Украины. Нажимаю Enter на пульте. Задайте пин-код. Введу 4 единицы. Раз, два, три, четыре. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Выберите режим эксплуатации, выбираю дом. Ну, так как он будет висеть на стене, я выбираю настенная установка. Это временно пока. Значит, произошло сканирование, и сейчас одну секунду я сделаю потише звук. Вот, и вот нашло у меня, значит, станции. Название станции, 32 канала, вот. Я выбрал, это не указывал, раздел цифровой, сканировать цифровые каналы, вот найдено 32 канала. Вот таких у меня 32 канала. Половина будет, конечно, не воспроизводиться, вот, а половина будет воспроизводиться. Но после того, как я вставлю вот этот ТВ-2 наш модуль, должны все воспроизводиться. Так, что дальше? Хотите настроить соединение с интернетом сейчас, чтобы настроить его пропуск? Значит, у меня Wi-Fi сейчас модуль включен. Вернее, да, точка доступа включена. Нажимаю «Начать». Значит, выберите способ настройки сети. Авто выбираю. Значит, пока выбираю беспроводная сеть. Позже отключу его к проводной сеть, беспроводная сеть. Значит, поиск доступных беспроводных сетей сейчас идется, ищет. Вот нашла у меня сеть Asus. Вот я ее выбираю. Нажмите, чтобы ввести ключ безопасности. Нажимаю. Так. Сейчас пока остановлю. Так, я ввел ключ. Значит, теперь нажал джойстик вправо. Проверка соединения с интернетом происходит. Пока нам предлагают вот включить функцию списка программ. Можно открывать во время просмотра с помощью кнопок таких-то и таких-то. Включаю эту функцию. Да, пожалуйста. Включаю для данного телевизора. Качество изображения, звука, выбор сцен. Хорошо. Далее. Установка завершена. Выберите ОК для использования телевизора Sony Bravia. Значит, я нажимаю ОК. И нам сразу открывается первый канал. Ага, значит, нам такие переключения даются. Пока я не знаю, как это изменить. Так, ну, быстрые настройки мы сделали, каналы цифровые понаходились, в основном там штук 5 открытых, то есть нужно вставлять модуль, потому как вот пишут, нет информации о событии, вот, вот так, не находят остальные каналы, хотя показывают название
передачи, которая сейчас должна как бы идти. Вот, поэтому вот 1.25 какой-то зум канал нашелся. Вот, и поэтому будем вставлять сейчас этот модуль. Значит, я развернул для удобства телевизор. Сейчас будем распечатывать коробочку с модулем условного доступа Т2. Так, и так я вот извлек из пакета модуль умовного доступа, условного доступа. Вот, вот эти все такие маленькие разъемчики. Вот. Значит, вот тут есть один большой такой вход. Заглушку аккуратненько, как пишут, вставляю этот модуль в это место. Вот, до щелчка. Так, модуль вставлен, переворачиваем назад телевизор и пробуем каналы. Только что было сообщение, что успешно прошла, ну, как бы скажу простыми словами, дружба телевизора с модулем. Я просто не успел включить камеру. И начинаем проверять наши каналы. Вот, все, модуль начал работу. Я сейчас сделаю потише и начну с первого канала. Так, ну давайте теперь пройдемся немножко по меню. Вот. Значит, сразу у нас... Я дело в том, что сам первый раз буду смотреть меню, поэтому... Значит, сразу у нас идет история переключения. Что мы, какие каналы переключали. Затем у нас идет записи, отображение названий записей и... выбранный список заголовков, список таймеров, список ошибок, ручной таймер записи и даже список таймеров. Так, хорошо, я выхожу пока отсюда. Так, тут у нас идет, я так понял, да, программа. На М1 противовоздуха. Вот, например, на канале Мега идут сейчас современные чудеса, затем будет планета Земля. Очень удобная программа, и так просматривается на всех каналах. И даже есть более подробное описание на фильм, то, например, канал НЛО ТБ. На фильм «Простые сложности». Ну хорошо, продолжаем мы. Что дальше? Выбор избранного. Значит, сюда можно добавить, я так понял, избранные каналы. Настройка избранного, да. Введите номер программы, избранные каналы. Пока я этого делать не буду, продолжаем. Добавление. Значит, что это? Можно выполнить доступ к часто используемым элементам телевизионного канала, предложение добавить их в список избранное. Ну, это удобно. Например, и не так каналы, их наверняка можно отсортировать, как какие-то, ну вот, например, подключение к домашней сети. Добавить избранное. Это сразу у нас справка открывается.
Как добавить виспренное? Вот с вопросительным знаком. Поехали по приложениям. Ну, давайте откроем все приложения, какие предлагают нам Sony. Ну, вот сразу, так я понял, все идет через, да, интернет. Вот YouTube. Давайте я попробую YouTube открыть. Это просто переключение по жанрам идет, музыка, потом игры, ну и так далее. Ну, понятно. Тут тоже мы долго задерживаться не будем на этом деле. В общем, приложений тут хватает, я так понял. 3D Megogo. Давайте еще это запустим, посмотрим, что это такое. Хорошие фильмы легально и бесплатно. Ну хорошо, фильмы. Сериалы я пока не могу понять. А, вот, фильмы выбрал, нажал Enter, и тут уже разбитие по категориям идет. Фильмы для детей, наши. Ну, в общем, можно что-то и может быть, если я, например, выберу уже зарубежные, нажму Enter, то открываются зарубежные фильмы. Ну, какой такой из известных? Я пока ничего не вижу тут по баллам. Ну, в общем, 1281 фильм зарубежный, я смотрю, предоставлен в Megogo. Может быть. И можно что-то интересное найти. Возвращаюсь. Главное меню, возвращаюсь. Еще раз. Ну, в общем, судя по много приложений, их всех не попробуешь, как говорится. Я не знаю, можно ли. Я знаю, на Samsung я устанавливал виджеты, именно Elysium какое-то прям приложение сделали. Виджеты сторонние, я не знаю, на Sony можно, нельзя, я пока еще не разобрался. Ну, как видите, много, тоже много, вон полосочка загрузки идет, еще половины нету. Много, конечно, англоязычных, наверное, процентов 80, ну и тем не менее. Собственно, честно говоря, не из-за этих приложений покупался телевизор. Я дальше мотать не буду. Давайте выходить отсюда потихоньку. Так, вышли. И, значит, возвращаемся к нашим настройкам. Значит, приложение мы разобрали. А тут, в общем, вот это первое, это все приложения, а тут самые такие вынесены: YouTube, Skype, интернет-браузер, Facebook, ну и так далее. Связанный поиск текста, медиаплеер и опять мануал. Давайте интернет-браузер запущу. Сразу главная страница пока назначена. Sony. Россию, как бы русский язык. В общем, вот такой интернет-браузер тут. Ну, как у нас, если мы, например, хотим на Mail.ru опции, ага, вот оно все. Это можно сделать ту или иную стартовой. Настройка браузера, JavaScript,
все, удалить все. Ну, кроме флешплеера, естественно. А так все есть. Так, изображение, звук, окно, закладка. Можно делать закладки. Ввод адреса. Как с пульта не сильно может быть удобно. Ну, в общем, собственно говоря, вот у нас так открывается браузер. Быстро вот идут. Я пультом сейчас просто джойстиком мотаю. Вот, давайте я на какую-нибудь ссылочку. New Mail.ru новости. Ну, вот так, в принципе, работает интернет-браузер. Значит, следующий пункт — подключенные устройства. Тут перечень подключенных устройств к нему. Вот он уже нашел мой компьютер. Я вижу. Нашел мой компьютер. Ну, собственно, у меня сейчас ни HDMI, ни AVI, ни AVI 2, ничего не подключено. Давайте тогда зайдем ко мне в компьютер. Так, он сразу предлагает выбрать, что хотим открыть. Ну, у меня видео в основном. Ну и вот тут HD видео. Открывает быстренько, я смотрю. Сейчас мы посмотрим, вот здесь побежало, да, расширение МКВ. AVI открывает, МКВ открывает, вот даже можно перемотать. Воспроизводится нормально, не хочу просто известное. Так, ну это тоже у меня МКВ. МКВ возвращаюсь. В рипах у меня авишные файлы. Они, конечно, 1.36 в среднем. Они, конечно, побыстрее будут идти. Но я уже пробовал. Да, даже вот перематываются. Они также перематываются побыстрее. Я уже пробовал. Да. Хорошо, все перематывается. Возвращаемся. Домашние видео, ну домашние вот видео, это мои видео, разные архивы, они все идут, то есть один у меня не шел почему-то МКВшный файл, я не знаю причину, почему он не шел, но после того, я прочитал где-то, я не помню, в обсуждениях телевизора, что вот бывает иногда, я не знаю из-за чего, я не очень вникаю в эти дела, просто переименовать расширение МКВ на, вернее, да, МКВ на AVI, просто переименовать расширение, то есть до точки написано МКВ, переименовываем на AVI, и все идет. Я попробовал на моем домашнем видео, все действительно шло хорошо. Так, ну, собственно, подождите, я вот дошел, допустим, видео, тут есть дополнительная кнопка опции. И вот тут уже можно еще дополнительно, это тип видео выбирать, мультимедиа выбирать, сортировка, как параметры воспроизведения, варианты воспроизведения, один клип сразу или все сразу, повтор, произвольно, воспроизведение, если нажать, то пойдет воспроизведение, ну, понятно. Сюда. Так, опции опять на пульте. Нажимаю параметры папки. Информация. Папка HD. Все понятно.